Ну вот, грядку привела в порядок. Здесь, кроме чеснока, еще у меня будет расти редиска. Что еще не помню. Потом расскажу, как я планирую свои посадки. Эксперимент мой заключается вот в чем. Где-то вычитала, что очень хорошо, когда сажать не по зубчику, вот как вот здесь у меня по зубчику, сразу головка чеснока. Вот, видите, сколько сразу перышков. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот и так вот. Почти все вылезли. Три, по-моему, только не вылезло. Ну, я считаю, что это процент неплохой.